Здравствуйте, уважаемые блогеры. Еще раз блогер из Перми. Бессонов Алексей Борисович. Вот я снова в парке. С процесса. Тоска. Я вот хочу сказать, что, друзья мои, все равно этот кризис никто не переживет. Впереди колоссальный кризис практически. Я не знаю, что они думают, почему. За эти 20 лет уничтожили 70 тысяч предприятий. Баррель 120. А бюджет у них... Баррель, бюджет на 120 рассчитан баррель. В сентябре уже будет 80. И то есть, знаете, говорят... Крутись, не крутись, потому что 20 лет тяжелейшего кризиса в стране. Просто, ну, все институты, социальные группы разрушены, все мафизировано. И они к этому шли. И я просто спокойно к этому воспринимаю, потому что будет дикая диктатура, власть не удержится, сдастся до правительства Медведева. Ну, толку-то никого нет. Экономики нет. Уничтожили 70 тысяч предприятий. Думайте. Да, мы делали плохие телевизоры, плохую обувь шили, но мы их шили, мы их делали. И был шанс, что, может быть, модернизируем производство. Делали танки, пушки. Этот рынок мы тоже сдали. И как дальше жить, я не представляю. Не, просто не понимаю, потому что, так сказать, конечно, можно отзывы говорить там и так далее, но если нет людей, которые способны отверткой собирать машины и так далее, изобретать что-то, научные школы уничтожены, то что будет, что ты будешь, где откуда ты что-то возьмешь? Жопа такая, что я просто не знаю, я сижу, наслаждаюсь. Смысла нет никакого копить. Ты что, миллионы домодел, думаешь, что отсидится и так далее. Они больные люди. Просто, знаете, как слон в посудной лавке. Он, или как дурак, который, чтобы, знаете, шуруп достать, ломает весь агрегат. Такие эти придурки. Накопили себе тут процент, меньше процента, миллиарды, разрушив все, все и вся. И думают отсидеться на Западе. Никто их там не... В полицию тут же, правильно они говорят, что до ближайшего СИЗО доведут и все. Потому что все это незаконно, все это пахнет дурно и так далее. Никому они не нужны. Поэтому, ну что он может делать? Ну какая тут право? Ну какая тут судебная система? Что вы... Поэтому я вот так наслаждаюсь, живу так, знаете. Расслабьтесь и получите удовольствие. Все равно катимся вниз. И я вот, так сказать, таким образом вот и живу. Расслабляюсь, потому что, ну, такой толк. Какой-то бизнес создавать, что-то создавать, потому что все это нереально. Какой бизнес, если 9 человек из 10 получают 10 тысяч рублей в месяц? Они на что, они ничто, ни на что потратить не могут. Вот так пара-тройка адвокатов здесь защищает, так сказать, финансовые группы. Ну и тоже все, все тоже уже давно отошло. Поэтому надо, пока 90-м годам оценку не дадут, не посадят всю эту мафию на скамью, не скажут, что было. Ничего дальше нельзя. Все в ауте. Тяжелейшее. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.